В Нижнем Тагиле 60-летний пешеход забыл посмотреть на светофор, когда вышел на дорогу, а увидев красный свет, решил вернуться назад и попал под машину. Авария произошла накануне в полдень на улице Индустриальной за железнодорожным вокзалом. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 60-летний рабочий направлялся в столовую на обед. Начал переход в установленном месте, но на красный сигнал светофора. Дойдя до половины дороги, мужчина опомнился и решил вернуться назад, что стало неожиданностью для 51-летнего рулевого Nissan Qashqai. Водитель предпринял экстренное торможение, но избежать удара не смог. После осмотра и оказания первой помощи пострадавший был отпущен домой.